Друзья, давайте на примере двух сумок покажу вам, как отличить кожу натурального крокодила от имитации. Первая сумка – это у нас натуральный крокодил, черная. Мы видим, что квадраты разные. Мы видим поры. Мы видим рубцы на квадратах. Ну и, естественно, сумка рельефная. Имитация у нас также может быть рельефная, но на ней отсутствуют поры. И квадраты, видно, что они очень похожи, повторяющиеся. И отсутствует разделение, ну оно есть, но очень небольшое, между квадратами во многих местах. Давайте посмотрим еще. Очень удачно так, что и одна сумка, одна часть крокодила, и натуральная тоже. Видите, вот эти вот поры, про которые я говорю? Вот они. А здесь они отсутствуют. Ну и на ощупь, ну вот, чувствуется на ощупь, что это не натуральная кожа крокодила.